Всем привет! Здесь играет Ларс, и мы продолжаем карьеру за футбольный клуб Мариуполь в FM 2022. У нас сегодня среда, 17 августа, время 21 час 43 минуты. Ну, опять же, задерживаюсь, опаздываю. Ну, такое бывает. Такая вот у меня... Такой вот у меня веселый распорядок жизни последние пару дней но я думаю ничего страшного отличных 10 минут никто не умирал вот поэтому давайте продолжать наши посиделки тем более что у нас сегодня будет довольно таки интересно по крайней мере я на это очень очень надеюсь погнали в общем-то, добро пожаловать. Вот наш Мариуполь. И, собственно, да, вы можете верить своим глазам. После первых трех туров мы занимаем первую строчку в чемпионате Украины с девятью очками. Девять из девяти все как по нотам, все как положено. И, собственно говоря, есть поводы для гордости, в этом плане, да, это всего лишь пока три тура и все еще сто раз поменяется, но на текущий момент что у нас э, по статистике, по характеристикам и все прочее, в общем-то лучший бомбардир на текущий момент Даниил Савин в трех матчах шесть мячей отгрузил, э, лучшим ассистентом является наш летний новичок Владислав Кулач три голевые передачи на его счету. И лучший игрок на текущий момент всего клуба по средней оценке это все, все тот же Даниил Савин 8.37 он пока набрал напоминаю что парню 18 лет мы его два года назад вытащили из молодежки потихоньку подтягивали в прошлом году он весь сезон отыграл и в этом начал феерить по полной программе Пока что лучшая атака лиги с 13 мячами, но при этом вторая оборона. Мы пропустили всего один мяч, но этого достаточно для того, чтобы не быть лучшими на текущем отрезке. Ну ничего страшного. Еще успеем. Вот. С финансами у нас пока все более-менее. Почти миллион шестьсот на, на балансе клуба. С учетом того, что еврокубковые деньги нам пока еще не приходили, их станет... Этих самых денежек станет чуть-чуть побольше. У нас есть даже деньги на трансферном бюджете и в зарплатном фонде свеж... оставшиеся. Это просто уму непостижимо. Так что, в общем и целом, у нас ситуация более-менее неплохая. Улучшается от сезона к сезону. Вспоминаем, с каких слез мы начинали первый сезон. Вот уже третий, и это довольно-таки неплохая перспектива. Что у нас на сегодня? Да, я только сейчас осознал, что название стрима не совсем правильно. У нас не «Датские приключения», а «Чешские». Поскольку сегодня мы играем оба раунда плей-офф против чешской команды «Яблонец», «Яблонец» или как там ее правильно... В общем, против чешской команды в плей-офф Лиги Европы. И попробуем прорваться на групповой этап этого турнира. Вот. Цель на этот сезон в Европе, наверное, наверное все-таки, давайте будем реалистами, попробуем себя обеспечить Евровесну Лиги Конференций. Вот так. То есть, если попадаем в группу Лиги Европы, постараться занять там третье место. Если падаем в Лигу Конференции отсюда, то тогда уже надо будет 100% из группы выходить с первой-второй строчки. Скорее, со второй, потому что на первых местах там... Есть кому быть там в прошлом сезоне, например, всякие Ньюкаслы и Лацо ошивались в Лиге Конференций. Так что вот такая цель. Собственно, поэтому на матче с чехами можно смотреть как на такую забавную прогулку, на приключения, потому что там будет понятно, в каком турнире за что мы будем бороться. Как-то так. Между этими матчами нас ждет э, матч против команды Металлист 19-25 из Харькова. Дальше, после всего этого плей-офф Киевская Динамо и закрытие трансферного окна. Э, сознательно не говорю о пятом матче на сегодня, потому что есть не нулевая вероятность, что мы не успеваем его за сегодня сыграть. Потому что после Киевского Динамо там у нас почти двухнедельный перерыв. Говорю про почти, потому что 11 дней. И после «Киевского Динамо» нам играть с «Луганской Зарей». Ну, собственно, после «Киевского Динамо» уже можно будет присмотреться к турнирной таблице повнимательнее, потому что мы это обычно по стандарту делаем после пятого тура. Вот. Со вступлением, наверное, мы закончим. Поехали. Нас ждет Лига Европы, господа. И мы к ней подходим в прекраснейшем настроении, состоянии и все прочее, поскольку у нас тут намечается довольно-таки неплохое. Довольно-таки неплохая форма у нас идет, конечно. Потому что, ну, блин, мы как бы немножечко Выиграли три матча с общим счетом 13-1. Поиздевались над, над Черниговской десной 6-1, потому что это заслуженно за судейскую победу в одной 8 кубков прошлого сезона, из-за которой мы в этом сезоне в Кубке стартуем с одной шестнадцатой. Да. И мы устанавливаем новый победный рекорд. 8 побед подряд с 1 апреля по 20 августа. Это касательно чисто официальных матчей. Так. За Чубутенко металлист все продолжает охотиться и охотиться. При том, что Чубутенко не сильно-то хочет туда. Он уже два контрактных предложения от них отклонил, при том, что мы каждый раз завышаем его стоимость. И металлист все платит и платит. Ну, по крайней мере. Собирается за него заплатить те деньги, которые мы с них требуем, но. Но, но. Антоха, из твоих приветствий. Надо собирать сборник, как не надо входить в хату. Ну, я, по-моему, об этом уже говорил. Здорово. Так, что у нас, что у нас? Да, у нас еще есть одна большая проблема в виде того, что, так, металлист все-таки хочет купить чубутенку. Ну, давайте теперь мы у них попробуем лям 400 <свистак> за него вытащить, потому что это у нас... Что, то не сильно туда хочет, да. Но они готовы платить каждый раз все больше и больше. Проблема только в том, что Чуботенко туда не пойдет. Так, Максима жука у нас собираются взять ингулец. Ну, в целом, пусть забирают на самом деле. Но не за 1300, а за 4,5 сколько он и стоит. Как бы, ребятки, ценники для всех одинаковые. Нет, они... Предлагаю 1100 и 30 процентов прибыли сверху. Так, нет, 4,5 с половиной вы мне платите, а 30 процентов можно оставить, да. Так, 1100 все еще остается, значит, они не двигаются в предложении, значит, мы частично ограничиваем выплату. Ну и ингулец идет нахрен. Так, а мы с вами становимся тренером недели. Это было несложно. Разгром... Разгромив Дисну, конечно же. Так. Давайте дальше. Абдулаева у нас хотят в аренду взять. Везде игрок основы, игрок основы, игрок основы. И только. Буковина собирается взять его звездным игроком и еще сверху нам доплачивать за аренду. Так что это единственное предложение, которое я приму безусловно. А всем остальным либо соответствуете, либо идете к чертовой матери. Так. Да, металлист настоящий. Уже второй сезон они играют в УПЛ том году вышли, в этом году на этот год остались. Но и не настоящий тоже тут. Как бы все в порядке. Так, Козишкурт на три месяца вылетел с ушибом бедра в Краматорске, Но, видимо, парень развиваться все-таки не будет. Ну ладно, такое иногда случается. А, в общем-то, что у нас? У нас вроде как неплохо все пока складывается. Ну вот, пожалуйста, киевляне беседина продали. И вот теперь они собираются закупаться за границей. Петра Пелегри забирать за 22,5 миллиона. Ну нормально, нет. А, так. Ладно, не суть важно. Суть в чем? Суть в том, что несмотря на вроде как неплохую игру в самом начале сезона, у нас все-таки есть проблема с составом в виде того, что у нас не хватает человека в опорную зону. Мы дошли даже до того, что смотрели в, в прошлом на прошлом стриме легендарных дедов, и даже к нам на просмотр приезжали Кастадинов и Шнайдерлин, но Шнайдерлин в итоге мог претендовать максимум на статус игрока основы. А Кастадинов запросил себе зарплату, которую мы ему не могли просто при всем уважении выдать. Поэтому пока у нас есть небольшая проблема с опорником, но... но. Так, за Максимом Жуком всякие клубы, недоклубы и все прочее пытаются выстраиваться в очередь. 1600 за него предлагает перемога из Днепра. Но, ребята, 4500... Да, понятно, никто не хочет. Ну, не хотите, как хотите, это, это ваши проблемы. Так, быков не должен быть в трансферном списке. Но мне лучше знать, кто где должен быть. Э, Гальчука предлагают из основного вратаря перевести в резерв. Мне кажется, он сейчас начнет возникать. Хотя. Ну, вроде бы не стал пока что. Видимо, ему хватило того, что он возникал. Из-за отсутствия собственного в заявке на Лигу Европы. Ну, что поделать. У нас там есть кому играть. У нас там есть кому заниматься делами. Легендарно ворвался в ФМ. Интересно, как. Просрал клубу из нижней части таблицы 0-3. Где-нибудь примерно. так кубок украины вовсю идет но это ну это как бы нормально так пам парам пам пам дополнительные изменения в заявке на Лигу Европы мы, я думаю, вносить не будем, потому что смысла особого нет. У нас нет игроков, которые недозаявлены, но при этом капец как нужны. Ну, типа, у нас недозаявлены Охара и Гальчук, но у нас и так уже два вратаря в заявке есть. Куда нам еще? Солить, что ли? Толку никакого. Дисну вывел групповой этап Лиги Европы. За Рейнджерс респект, а с Викторией Плезень, мне кажется, если ты до такого, до такого состояния десну довел, я думаю, у Виктории Плезень выигрывать надо. Ну, по крайней мере, стараться. Так, Жука у нас все еще пытаются забрать. Тут и Агробизнес активизировался, и Металлург Запорожский. Ну, ребят, всем одни и те же условия. 4,5 тысячи евро. За меньше я его не продам. Так, агробизнес отваливается. И металлург запорожский, я так чувствую, сейчас тоже отвалится. Что-то в первой лиге вообще даже половиной тысяч нет ни у кого. Так, нет, эти все-таки пытаются нас прогнуть на 1100. Мы сразу вам ограничим четыре с половиной и как хотите. Ну не хотите, значит. Ну и все. Так. И еще один товарищ из Шахтера уехал в Европу, но это в Сент-Этьен. Бондарь за 2 миллиона, там как бы это не сильно все Нормально. Так, чобутенко все еще металлист с голой жопой на мороз выставляет. Мне вот интересно, до, как, до какого ценника я смогу довести металлист, когда они уже сами будут отказываться покупать чобутенко? Просто вот чисто интересно. Ну да ладно, поиздеваться мы еще успеем над металлистом. Нам сейчас самое главное, чтобы над нами не поиздевались чехи из яблонца, яблонца и как бы... Да. В общем, первый матч играем дома в Лиге Европы. Это будет... Это будет хорошо. Так, по по оценкам у всех все замечательно. Да, Чубутенко интересуется металлист. Кем у нас еще кем-то у нас еще в составе интересуются? Я так понимаю, скоро за Савином могут начать приходить. Мне это не сильно. Меня это не сильно радует. Но с другой стороны, денег на нем поднять я тоже смогу, я думаю. Так, погнали. В общем-то. Утверждаем состав. Итак, стартовый состав на первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против команды Яблонец. Давайте так, потому что Яблонец как... уже как-то не сильно благозвучно. В воротах номер 16 Тимур Пузанков, справа налево в защите 99-й Кирилл Миличенко, 17-й Данила Удот, 4-й Сергей 95-й Петро Стасюк. В опорной зоне 12-й Хонер Расти, в центре 8-й Мэтти Вирчу и 9-й капитан команды Дмитро Мишнев. Атакующая тройка. Справа седьмой Максим Смеян. Слева восемнадцатый Артур Микитышин. На острие тридцать четвертый Даниил Савин. Э -э так, у чехов я вообще никого знакомого не вижу в составе, прям совсем. Поэтому просто отправляемся на поле. Так, из э, наших регенов у нас только Титов на лавке. Ну, логично. И самый крутой реген последних двух выпусков. Э, настроил аут, его уже лучше настроил. Ке -ке кек, кек, А заявил Ереал. До свидания! В лигу конференции максимум. Весной. Э, так. Ну что ж, поехали. Первый матч играем дома. Что-то как-то не сильно много народу на стадионе, конечно, но с другой стороны, я так понимаю, мало кто надеется, что мы вообще хоть что-то можем, хоть кому-то противопоставить. <coughs> в Лиге Европы. Мишнев начинает атаку с свободным ударом. И Смеяна сносят в чужой штрафной. Это у нас будет, скорее всего, пенальти. Да. Пенальти будет. Мишнев пробьет. Ну-ка, ну-ка. Давай, капитан, 1-0. Пошла жара. Э -э, на восьмой минуте мы уже выходим вперед в этом матче. Вот так надо пенальти реализовывать, господин Малышев. Так-то мы в прошлом сезоне трапзон могли пройти спокойно в домашнем матче. Если бы кое-кто пенальти э -э 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 забил. А чё, кто там сегодня? Там, по-моему, очередные матчи ЛЧ, ЛЕ, все вот это вот. Мишнев, очередная подача, и, по-моему, мяч из ворот выносили. Ну да ладно, угловой. А, Динамо Бенфика. Окей. Так, продолжается наша атака, но смеян э, залез в офсайд. К сожалению. Так, мы кого-то там уже с, у Чехов сломать умудрились. Человека по фамилии Бухель. Э, но, возможно, у него просто похмелье. Так. Э, очередная атака. У Дот с мечом. Пытается тащить сам. Ирчу, заброс на Савина. И, по-моему, там офсайт все-таки был. У нашего, молод... у нашего молодого форварда. <coughs> да. Вар со мной согласен. Офсайт был. Печалите. Мог бы быть первый гол Лиги Европы для Савина. Бенфика выиграет у Динамо. Ну, скорее всего, да. При всем уважении, но Бенфика немножечко классом повыше. Тем временем у нас еще один угловой. Еще один вынос. Вирчу на подборе. Че, Бутенко здесь же. Играют тут между собой. Микитышин. Может, через фланг как-то попробовать пройти. Я не знаю. Вот Стасюк подключился слева. Прострел. Ну, кто-нибудь добьет уже, да. Максим Смиян делает счет 2-0 после дикой неразберихи в штрафной. Точнее, уже даже во вратарской. Там Савин в кого-то попал во вратаря, по-моему. Еще кто-то вратарю поджопник мечом отвесил. Нет, это под Микитышина кто-то подкатился. И Смиян уже в пустые фактически ворота заносил в городом одиночестве. Так, ну 2-0 дома это, в принципе, неплохо. Чехи показывают, что они все-таки соперник выше уровнем, чем команды УПЛ, потому что они хотя бы по нашим воротам били сегодня, в отличие от вчерашних наших соперников. Так, ну 2-0, первый тайм заканчивается. Матч Лиги Чемпионов с казахскими комментаторами. Они на казахском комментируют. Мишнев подает очередной угловой. Ну, вот теперь подбор у нас не получился, и надо запирать чехов на их половине поля. Так, ну, вроде как через заброс они попытались, конечно, выйти, но ничего у них не получилось. Пузанков, Удот, Расти. Ничего непонятно, но интересно. Это я, когда в первый раз чемпионшип менеджер открыл <ält assume> давным-давно. Так, Мишнев на Савина. Атака потихонечку перемещается, хотел я сказать, на фланг, но пока нет. Вынесли мяч из пустых ворот практически футболисты чешской команды. Так, э -э -э подписаться прибыло. Биг здорово. Так, у нас тут две замены. Быков вышел налево в оборону. Кулач направо в атаку. И третья замена тут же. Петерман в опорную зону. Собственно, он же сейчас вынес мяч. И пробуем в контратаку убежать. Ну, не совсем это контратака, конечно, получилась. Но, тем не менее, Мишнев, скидка хорошая на Савина, и в касание наш Вундеркинд все-таки забивает. По всем правилам, восьмой мяч свой в сезоне, 3-0 счет. Но ну, это максимально комфортно перед ответным матчем. Холодный чай Липтон со вкусом лимона, мне не нравится, зачем я его купил. Ну, тут исключительно к тебе вопросы. Так, из печи, да, они классные. Я как-то давно пробовал. Что-то, кстати, давненько не брал. Так, Мишнев бьется штрафного, и это было довольно опасно. Ну, правда, я не знаю, зачем вратарь вмешался. Мяч там все-таки мимо ворот летел, а так угловой привезли себе чехи. Под конец Мишнев еще один навес делает. Подбор не за нами. Но ничего опасного из этого не получается. Так. Доводим мяч. мяч матч до логического завершения. Тут уже все более-менее понятно с результатом. 3-0. Абсолютно по делу разгромная победа. И у Чехов, мне кажется, нет никаких шансов в ответной встрече. А это значит, что нас, скорее всего, в этом сезоне будет ждать Лига Европы. Хотя еще не факт, там, сколько квалификационных раундов надо будет играть. Хотя нет, судя по тому, что этот раунд играется в конце августа, это последний. Да. Так. Ну что ж. Ну или что, Бенфика повела уже. Да, Мариуполь превращает доминирование в победу против команды. Да, пресс-конференцию сейчас мы быстренько пройдем. Да. Мишнего я бы не стал менять даже на Милинковича Савича, конечно. Так, ну и, собственно, Мишнев лучший игрок матча. Гол плюс голевая передача, шесть обостряющих, оценка восемь. Ну, тут без вопросов. Так, про медиафутбол я твой вопрос видел, тут ты умудрился вляпаться под бота. Так что, сорян, но придется минуточек десять по это самое. По поводу медиафутбола. Но, как сказать, и да, и нет. Ну, то есть, на самом деле, с одной стороны, медиафутбол – это, ну, такая довольно дурная вещь, потому что, ну, как бы люди просто ради хайпа в футбол играют. Вот. С другой стороны, это привлечение к футболу более широких народных масс, которые до этого не интересовались, а так, ну, по сути, хотя бы там хоть чего-то будут знать, может быть, будут, я не знаю, ходить на стадионы, разбираться лучше, поддерживать команды каким-то образом. Ну, то есть, а, тут понимаешь, в чем штука. Когда нет изменений сверху, когда РФС и РПЛ не предлагают чего-то такого прям <coughs>, крутого продукта именно, то неизбежно эти изменения должны как-то пойти снизу в достаточно революционном таком ключе. Так, Клевовские Карпаты, согласно 4,5 тысячи евро, за Максима Жука отвалить, ну и пусть забирают, собственно. Поэтому... Поэтому, наверное, я бы больше плюсанул медиафутболу, нежели хайл его по полной программе. Потому что, ну, как бы... Если вот в нашем детстве, нашего поколения футбол был фактически единственным общедоступным плюс-минус развлечением, то сейчас всякие вот эти вот блогеры и прочие непонятные личности, ну как бы намерто приковали младшее поколение, вот это вот, которое сейчас должно нарабатывать футбольные навыки, футбольный интеллект какой-то, из которых потом должны расти, если не футболисты профессиональные, то, по крайней мере, болельщики и люди, понимающие, что такое футбол, сейчас это поколение для футбола могло бы быть потеряно. Если бы не медиалига, медиафутбол. Да, его неприлично сильно пиарят на спортивных ресурсах, потому что, ну, допустим, я сам пишу на Sports.ru, но при этом меня аж тошнит от того, сколько туда пишут про медиафутбол и как это все продвигается. То есть даже если статьи там про медиафутбол не набирают достаточного количества плюсов, лайков и всего прочего, их все равно в топ засунут поэтому тут как бы вот такие дела так Вало нет а, волынь так очень перспективного игрока ну давайте до конца сезона его выставим По поводу 1-0 за девять минут, да, тут скорее всего уже можно выключать, потому что Бенфика это стервятники полноценные. Потому что если они получат. преимущество в футбольном матче против команды равной по классу, там, или, может быть, чуть пониже классом, то они своего не упустят. Может быть, разгрома и не будет, но... Скорее всего, для киевского «Динамо» этот матч уже можно считать законченным. Что делать, если ряд игроков недовольны тренировками? Да насрать вообще, господи. Ну, пусть будут недовольны. И что дальше, как бы... В любом случае, тренироваться они обязаны по той программе, которую ты им сам выставишь, или твой ассистент менеджера. Так что... Пусть не выеживаются, а развиваются и делают результат. Все остальное уже вторично. Так, ну а нас ждет матч четвертого тура УПЛ против команды Металлист 19-25. Тоже из Харькова. Э -э, Что-то нам везет э -э, четвертый тур подряд. Мы играем против команды с 12-го места турнирной таблицы. Выглядит это прям как-то очень странно. Я не думаю, что киевская «Динамо» свалится на 12-ю строчку к нашему следующему матчу. Они чисто физически не могут этого сделать. Но было бы забавно. С чего я порофлил сегодня в футболе? Так это с того, что зашел с утреца пораньше в Твиттер, как обычно и обнаружил там пост Илона Маска о том, что он готов купить Манчестер Юнайтед. Правда, конечно, сразу там внизу шла приписка, что это шуточка. Вот, но, Тема-то в чем? Тема в том, что потом, после того, как он написал, что это шутка, он все равно добавил, что если бы он и собирался купить какую-то футбольную команду, то это был бы Манчестер Юнайтед. Это первый момент. А второй момент, то что фанаты Манчестер Юнайтед, походу, не прочитали, что это шутка и скинули в ответ Илону Маску вариант формы Манчестер Юнайтед, где основным спонсором Тесла. Предложили ему отправить Магуайра и Мактомины на Марс. Согласились даже переименовать Олд Траффорд в честь вот этого вот сына Илона Маска, который к Саяе 12 и так далее. Ну, то есть, блин, я там таких рофлов насмотрелся от болельщиков МЮ, И, честно сказать, после этого. Мне, как болельщику Спартака, наверное, будет уже было бы, наверное, стыдновато ныть по каким-то поводам, которые иногда появляются относительно неграмотного руководства и всего прочего. Просто потому что, ну, если уж... Если фанаты другой команды готовы даже на такие вещи ради того, чтобы их клуб купил Илон Маск, который, в принципе, не интересуется футболом особо, то, кажется, где-то ситуация еще в миллион раз хуже. Вот как-то так. Поэтому болельщиков, конечно, МЮ очень-очень жалко. В этом плане их, походу, уже замордовали. Их замордовали гораздо сильнее, чем нас. Да. С другой стороны, когда у тебя в защите играет Магуайр, то э надеяться особо не на что. Потому что я сегодня, наконец-то, в свой блог на спорте, я ссылку в телегу кидал, э дописал обзор второго тура АПЛ и понял, что в целом-то, а с чего бы МЮ решил, что они должны были так спокойно обыгрывать Брендфорд так, о, кстати, клуб Подилля из Хмельницкого готов 4900 евро за жука отдать. Поэтому, скорее всего, мы вот так вот сделаем, да. И предыдущее предложение по жуку за 4,5 мы отклоним. Потому что, как бы, ну, 400 евро это 400 евро. Вот. И как бы я, я для себя отметил, что а с чего бы, собственно, МЮ решил, что они должны так спокойно Брэндфорд обыгрывать. Ну, как бы Брендфорд очень четко играл, у них э, игроки на поле реально занимались продвижением мяча и через пас, и через дриблинг, и многие выбили очень достойные цифры по углубленной аналитике. А у Магуайра, который центральный защитник, ноль э, попыток отобрать мяч, пять попыток прессинга, одна из них успешная. Угадайте, у кого в составе э, МЮ столько же попыток прессинга с такой же успешностью? Вот э, с одного раза попробуйте угадать. У нас тут пока утверждается состав против Металлиста 19-25. И кому-то нужен номер. Кому? С, э, Сергей Иванский у нас на лавочку присел. Наш <coughs>, юниор. В принципе, может быть, он тоже сегодня выйдет на поле. Назначаем ему 33-й номер и вперед к Да, так вот, э, легенда-то легендой, но кто? собственно, сделал столько же, сколько Магуайр для обороны. Пока я озвучиваю состав. В воротах номер 16 Тимур Пузанков. Справа налево 99-й Кирилл Умиличенко, 17-й Данил Удот, 4-й Сергей Чубутенко, 95-й Петро Стасюк. Это у нас оборона в опорной зоне, 95-й, 91-й Микита Петерман, а, а, атаку... э, в центре поля девятый танк команды Дмитро Мишнев и восьмой Мэйти Вирчу и атакующая тройка, справа седьмой Максим Смеян, слева десятый Владислав Кулач, на острие тридцать четвертый Даниил Савин. Так, поехали. Вот, кстати, на Эриксона наговаривать не надо. Эриксон в текущем МЮ фактически лучший собственно, его просто Тенхак запихивает примерно как в каждую бочку затычка. А вот насчет Роналду, да, ты прав. Роналду сделал столько же для обороны, сколько Магуайр. Ну, капец. Комменты после матча читать в принципе не надо. Очень мало людей в комментариях действительно разбираются в футболе, им лишь бы накинуть. Ну, то есть, толку на все это обращать внимание нет. Надо смотреть на цифры. Так, Мишнев. Исполняет штрафной, и это угловой. Собственно, да. Так, подача сейчас будет. Не дотягивается никто до нее, но Миличенко подхватит. Да. Э -э, собственно, Эриксон один из лучших игроков МЮ на текущий момент, исходя из того, что он делает на поле. И уж если на него гнать, то, извините, а кто вообще тогда должен в составе выходить? То есть, ну как бы это не самая правильная позиция. Так, заброс на Савина не прошел, но Смеян подбирает мяч, скидка не получилась, Кулыч выгрызает в подкате, но тоже ничего особенного. Металлист пытается выйти из обороны. Ничего у них не получается. Кулыч заброс на Смеяна, ну давайте уже до конца. Прострел на Савина, и это восьмой гол в сезоне. Савина не удержать, он забивает в каждом матче. В каждом. Это уже четвертый тур <coughs> УПЛ. Плюс матч Лиги Европы. Савин забил во всех. И в некоторых не по одному мячу. <coughs> Луческу не умеет делать больные без смазки, потому что... Ну, посмотри, посмотри, как он с админресурсом и составом зенита провалился в РПЛ. Вспомни об этом и забей болта. На перерыв мы уходим со счетом 1-0. Преимущество не самое большое, но мы можем его развить. Тем более, что металлист к нашим воротам-то, в принципе, не сильно подходит. Даже не пытаются стараться. Так. Что у нас по заменам сейчас будет? И будут ли они? Так. Замен, видимо, не будет, да? Ну, ладно. Так, нет, все-таки пара замен будет. Крайние защитники поменялись. У нас Абдулаев направо вышел и Быков налево. Ну что ж, Абдулаев потихонечку подтягивается к стартовому составу. Здесь сносят смеяна, но, скорее всего, это было за пределами штрафной, так что пенальти вряд ли будет. Не, я ничего не говорю. У Ческу, в принципе, тренер хороший, но именно жестить у него вряд ли получится. А тут, а тут надо. Да, пенальти не было. Стандартный FM момент. Но как бы я удивлен, что и штрафного не было. И Расти в центр полузащиты выходит, и Конде в центр обороны. Вот такие вот у нас дополнительные замены происходят. Наши Регины пока на поле не особо появляются. Хотя нет, вот Абдулаев появился, да. Так, с э, никакой расслабленности. Но ну, Твирчу почему-то не мотивировался тем, что... Нам нельзя расслабляться. Посмотрим. Четыре пенальти в матче, три в мои ворота. О, -о, -о, -о. Замечательно. Э, вспоминай Нюрнберг. Угу. Особенно в первом сезоне Бундеслиги. Когда нам чуть ли не в каждом матче то удаление рисовали, то пенальти из ниоткуда. <coughs> так что, Бро, я тебя понимаю. Так. У нас начинает... <coughs> <coughs> да что ж такое-то? У нас начинается гонка с Шахтером за первую строчку в чемпионате. Это довольно-таки интересно. А каким образом вы пришли к выбору текущей тактики своей команды? Ногами, блядь, пришел. Что за тупые вопросы? Мы не проигрываем уже 10 матчей подряд в лиге. Замечательно. Это просто Отлично. Напомню, кстати, что в прошлом сезоне мы добрались до отметки в 17 матчей подряд без поражений. В лиге это прям достойно уважения, я считаю. Просто разнесли. Так, ну и пора выходить уже в Лигу Европы. Нас ждет в ответном матче Яблонец. Яблонец этот. В общем, не суть важно, кто нас там ждет. Самое главное, что нас там уже ждут. На при счете 0-3, мне кажется, тут уже особо даже смысла нет. Так, сейчас, секунду. Да, так вот, при счете 3-0 тут уже смысла нет, что-то думать. Стасюк не выйдет на поле в матч против киевского Динамо. Вот это вот прям потеря-потерь. Желтых карточек насобирал Петро. Но ну, я думаю, Быков на один матч его сможет подменить. Хотя матч как раз-таки против киевского Динамо. Это не тот, где мы можем себе позволить выступать не оптимальным составом вратарь или вратарь чистильщик однозначно вратарь чистильщика в обороне потому что это прям то что надо так собрание персонала потому что вратарь у тебя будет играть исключительно на ленточке и то есть Ну, так, так сейчас уже никто не играет, по сути дела. Вообще никто. Так что забей и вратарь-чистильщик. Но в обороне максимум поддержка. Максимум просто. То есть зайди в любую тактику на FM скауте, например, на том же самом. Ты там практически нигде не увидишь просто вратаря. Везде чистильщики. Везде. И по-другому играть не получится. Так, Макарчук в Волынь уезжает в аренду. А то он там что-то грозился. Начать ныть, что его в аренду не отправляют, ну, теперь не будет. Так, а, что у нас тут еще скаутские отчеты, которые надо пораспределять. Так, Алекс Кантеро. О, из Леванта. Добрый вечер. Э, это прям интересно. Футболисты Леванта вспоминаем карьеру вспоминаем тот, не... тот нехилый матч против барселоны который мы выиграли с одним мать его центральным защитником это было просто легендарно так что да это прям хорошечно Текст. Ну давайте уже к нашему... Угу. А, если ты не ставишь пробел после точки, это автоматически считается ссылкой, потому что... Ну, как бы сейчас можно зарегистрировать абсолютно любое доменное имя, ну, точнее, домен верхнего уровня. Поэтому будем учиться соблюдать не только э -э орфографию, но и пунктуацию. Э -э так. Да, мы приближаемся к новому рекорду по количеству матчей без поражений. У нас уже 10. Э -э Матчи без поражений. И это в принципе рекордная вещь, но тем не менее. Так, Абдулаев в Буковину уезжает э, в аренду. Да, один матч. Э, он все-таки за нас провел, ну точнее как вышел на замену. Но пока что это все, на что он способен. На текущий момент. Так. Да. Uh, Текс. Yeah. Uh, Спорный гол или апелляцию подать т -т толку не будет. Ну, на самом деле, кстати, нет. Uh, иногда, иногда апелляции проходят. Очень редко, но проходят. Но я считаю, что смысла особого нет этим заниматься, потому что в большей части случаев, если ты начнешь возникать и подавать апелляции, то скорее там, твоему игроку продлят дисквалификацию, потому что начнут эпизод под лупой фактически рассматривать, найдут там, я не знаю, у него еще какое-нибудь нарушение правил в том же эпизоде и скажут, не, братан, у тебя не игрок, а костолом вообще, его надо до конца сезона дисквалифицировать. Вот, и вообще отдать за бесплатно какой-нибудь другой лиги там я не знаю но это я уже утрирую если что как бы но скажем так э -э, апелляцию стоит подавать только в том случае если вот в сообщении в котором можно подать апелляцию э -э, ассистент пишет что возможно решение судьи было неверным вот тут, скорее всего, апелляция может и прокатить. Но обычно ассистент говорит: нет, нашего игрока удалили правильно. Не отстаивает интересы команды. Насколько. Вот на самом деле, Отношение к судейству должно быть формата такого, что, да, внутри себя и внутри команды, там, допустим, не вынося это на публику, можно быть и довольным судейством любым, и прекрасно понимать, за что была выдана красная карточка, там поставлен пенальти в твои ворота и все прочее. Но... На публику ты никогда не должен говорить о том, что судья был прав, наказывая твою команду. То есть, э, даже если, очевидно, твой игрок просто на поле прямо перед телекамерой э, ломал ноги игроку соперника, э, даже в таком случае надо говорить о том, что да нет, он сам там, я не знаю, поскользнулся, упал, очнулся, гипс, мой игрок там рядом стоял. То вот. есть защищать до последнего свою команду, потому что, извините, но, но это твоя команда. 0-2, поздравляю! Так, надо похвалить Мишнева, Савину и Удода за форму в последних матчах. Но они как будто товарники не заканчивались по ходу для этих троих. Потому что, ну вот Мишнев, пожалуйста, в последних пяти матчах 2 плюс 2. Средняя оценка 7,58. <къём> <къем> Повтор я гляну потом, возможно. Обзор где-нибудь наверняка будет. Uh, и мне страшно представить, какая статистика у Савина за 5 матчей. 8 плюс 1 со средней оценкой 7,86. Ну это просто разнос. И у Данила Удода <coughs> набрался гол и средняя оценка 7,36. Центральный защитник при том, что... И он еще и этим недоволен. То есть он считает, что может лучше там, я не знаю что это был не самый выдающийся футбол с его стороны. Братан, центральный защитник, забивающий хотя бы раз в пять матчей, это уже подвиг. Ты что там, как Савин, хочешь каждый матч забивать? Ну, я, конечно, ценю эти стремления, но, блин, это ж не всегда получится. Как бы ты ни старался, как бы ты ни хотел. Потому что одной хотелки тут мало. Тут надо, чтобы звезды сошлись. А кстати, у Бенфики Еремчук на поле. Если они его не продали никуда, конечно. Ну и плюс ко всему, да, опять же, возвращаясь к теме Бенфики, мы в прошлом сезоне тоже от нее отлетели. Это нормально. Причем тоже фактически без шансов. Как-то любят команды с постсоветского пространства на Бенфику выводить в, в последнем квалификационном раунде Еврокубков. Прямо очень любят. Так. Обновление скаутской информации. Все вот это вот. <сélок> <сélок> Что ж такое то у меня сегодня? Так, ладно. Поехали дальше. Тут ничего интересного. О, ну давай уже загрузится наш матч Лиги Европы. Хотя я понимаю, почему долго грузится. Потому что 31 августа закрываются трансферные окна в топ-5. Поэтому Лацо собирается у Барса Каутинью за 11 миллионов купить. Вот где цирк. Антох, вот это цирк. Каутинью за 11 миллионов. Лол. Так, Аласов пытается усилиться неплохо, Каутинью за 11 миллионов и за 19 Гравенберг, то есть тридцатку потратить на двух игроков, которые неплохо так друг друга будут дополнять ближе к атаке, это интересно. Слава богу, мы на Лацо сейчас не наткнемся. Хотя я вот буду ржать, если на самом деле мы сейчас опять на групповом этапе ЛЕ наткнемся на Лацио. Потому что нам его в том году хватило. В этом нам его еще сильнее хватит, мне кажется. Так, с оценками все ок. Переходим к матчу. Никому там номера свежие не нужны, да вроде нет. Итак, стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против команды Яблонец. В воротах номер 16 Тимур Пузанков, справа налево в защите 99-й Кирилл Миличенко, 4-й Сергей Чубутенко, 17-й Данила Удот, 95-й Петро Стасюк. В опорной зоне 12-й Хонер Расти, в центре поля 8-й Вирчу и 9-й капитан команды Дмитро Мишнев. Атакующая тройка, справа 7-й Максим Смеян, слева 18-й Артур Микитышин, на острие 34-й Даниил Савин. Да. Ну, поехали, собственно, что? У нас и так уже счет 3-0. Так что в целом мы можем уже ничего особенного на поле не делать. Но если мы выиграем и в этом матче, будет как минимум приятно. Да. Поэтому не расслабляемся, мы на выезде. Тем более я еще и поставил такой более-менее контратакующий настрой. Смеян подает угловой. И там Чубутенко непонятно что изобразил, конечно. Ни скидкой это не назвать, ни ударом по воротам толковым. Жалко такие моменты, что они не реализуются. Так. А яблонец там потихонечку к нашим воротам начинает подвигаться. Три удара, правда, пока ни одного в створ. Смеян, еще одна подача с углового, но теперь подбор за нами хотя бы. Снова Максим получает мяч, он уже в штрафной. Миличенко подключен. Расти, хорош! В дальний угол. 1-0, счет открывается на 28-й минуте. Общий счет противостояния на текущий момент 4-0. Чехам не позавидуешь. Им нужно забивать 4 за час нам, для того, чтобы хотя бы в, в дополнительное время матч перевести. А чтобы выиграть, так вообще 5. Э, в бенфике легенда Шахтера Нерс. А, лол. Стасюк из аута вводит мяч. Микитышин об... О, -о, -о, О, вратарь даже не дернулся, никто вообще не дернулся помешать Микитишну этот удар нанести. Сложный удар, очень сложный э -э, по такой траектории, но в дальний угол Артур исполнил замечательно. Вот вам еще одна польза дальних вбрасываний мяча из за боковой. А сейчас еще и Меличенко что-то подобное изобразит, да? Ни хрена Савин вколачивает! Вот это гол! Вот это просто! А... Он сетку чуть не порвал. Ибрагимович хренов. 18 лет парню. 3-0 мы уже за тайм сделали. Я не знаю. Чехи уже могут спокойно уходить с поля. Больше, чем тех... Больше, чем 3-0, они все равно в таком случае не проиграют, потому что им технарь повесят. А вот если они на поле останутся, то шансы пропустить и четвертый, и пятый... У них резко возрастают, потому что еще даже первый тайм не кончился, а мы все еще планируем какие-то дополнительные атаки. И снова с мячом Савин, и он дубль делает. Десятый гол в сезоне не, э, у человека. Август еще не кончился. Сыграно 4 тура в УПЛ и полтора матча в Лиге Европы. 10 мячей просто, что мы вырастили? Это... 4-0, суммарно за обе встречи 7-0 уже, а еще 45 минут играть. Это просто что-то с чем-то. Ну вот первый опасный момент у Чехов. Кузанков отбивает мяч, после удара достаточно опасного, но это первый опасный их момент за 4 тайма. Оло. Так, ну, по походу, яблонец просыпаться начинает. Правда, им это не поможет. Им надо забивать 7 за тайм, чтобы просто пройти в допы. А вы еще попробуйте Пузанкова пробить. Он как бы в абсолютно полном порядке. Попытка прострелов в нашу штрафную. Ну, ладно, окей. Мартин Крайчек забивает гол престижа. 1-4. Да, пожалуйста, как бы... Хоть что. Кулач выходит направо в атаку. Быков налево в оборону. Конде в центр обороны. Э, замены более-менее логичные. Но в, ну, на, на такой стадии я бы уже Регинов выпустил на самом деле. Потому что, ну, камон. Э, что нам сделает команда, проигрывающая 1-7 за полчаса? Ну, окей, еще пару ударов по воротам по нашим нанесет. Некрас92, привет, поздравляю с первым сообщением в чате. А, так, ну осталось, в принципе, добегать 15 минут этого матча. Чехи пытаются изо всех сил сохранить остатки гордости. Они уже не в сухую проигрывают. Но о какой тут гордости может идти речь? Карьерка очень простая: за футбольный клуб Мариуполь цель пошуметь в Европе как минимум, а как максимум сделать хотя бы дубль из ЛЧ и чемпионства в лиге и защитить этот золотой дубль на следующий сезон. Сейчас мы в третьем сезоне карьеры и пытаемся прорваться в Лигу Европы на групповой этап. Лига УПЛ, собственно, Украинская премьер-лига. Так, ну, собственно, да, у нас реализация была, конечно, фантастическая. Наиграть на 078 XG. И забить четыре это где была эта реализация в конце прошлого сезона? Кто мне скажет вот просто эту карьеру стримлю, ну где-то наверное с недельки три четыре, может с месяцок так где-то а вообще я на Твиче с прошлого сентября. Вот, у нас тут было уже и карьера за Спартак в FM21, и в бета-версии 22 FM небольшую карьерку для разогрева за Леванта делали. А потом, собственно, у нас был большой проект 9 сезонов возрождения команды спящего гиганта Нюрнберг но карьера застопорилась, и мы решили ее, э, собственно говоря, за, за, завершить лебединой песней в виде выигранного финала Лиги Европы. Вот, и после этого, собственно, перешли уже сюда. Здесь у нас весело и забавно. Так, да, с общим счетом 7-1 мы проходим в Лигу Европы в групповой этап. Так что теперь, как минимум, 6 матчей Ле у нас э, впереди будет. Так, нам выплатили целых 280 тысяч евро за участие в плей-офф. Савин лучший игрок матча. Ну, оно и логично. Два мяча, это абсолютно прекрасно. Так. Пресс-конференция. Скоро будет, как я тебя смотрю. Ох, ты ж нихрена ж себе. Так. Так. Ээээ быстро пресс-конференцию прошли. Ну и вот, пожалуйста, еще 3,5 миллиона практически мы получаем за выход в групповой этап Лиги Европы. И, соответственно, теперь... Э, баланс нашего клуба уже 5 миллионов с лишним. Это пока что самая высокая точка, до которой мы в финансовом плане добирались в этой карьере. А тут еще у нас 1 сентября впереди. Все запросы, все списки, вся вот эта вот мишура. И жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Которая, я уверен, преподнесет нам много чего интересного. Че хочу? Э -э да скинь в комменты под постом, пусть все поржут. Я не знаю, если там действительно какая-то эпичная хреновина, то <сум> поделись со всеми, не держи в себе. <сум> так. <сум> да. А, ну, собственно, вот он, пожалуйста, финансовый отчет. На балансе клуба 4 миллиона 800 тысяч евро. Куда уже 300 тысяч просрали. А, в последний день, походу, списывается сумма на подготовку молодежи. Ну, ладно, хрен с ним. Так. Собственно, да, пока что это самая высокая точка в финансовом состоянии Мариуполя за три, за три сезона. За два с небольшим. Собственно, вот. Ну, если что, через VPN посмотрим. <laughs> Неважно. Уже привычные. Э -э так. Э -э ну что ж, давайте к руководству сходим за запросами. Во-первых, продолжим задолбывать нашего Тарика Махмуда расширением диапазона работы скаутов, потому что он задолбал. Во-вторых, наверное... А, больше мы ничего попросить особо не сможем, кроме как клуб-партнер очередной... Да, э -э, расширить клубную сеть поиска игроков. Вот это вот интересный момент, конечно. Потому что приоритетное право покупки молодых игроков до да у нас в принципе у самих академии не самая плохая в Украине теперь, так что не знаю, давайте так попробуем. Достаточно клубов партнеров. Да вы что издеваетесь что ли? У нас всего два клуба партнера. Камон. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Так, по финансам у нас э, все в ажуре. Все вполне себе. Э, имею в виду, конечно, трансферный бюджет и зарплатные. Так что пойдемте сразу в список игроков и наши любимые вот эти вот активности. В списке 127 человек, как всегда. И даже вычистить некого. У всех отличные оценки. Ну, давайте дадим нашим скаутам еще задач по просмотру дополнительных игроков. Так, и запросим у спортивного директора новые варианты. По вратарям, что нам предложат? Лукас Редер, немец, 29 лет мимо. Джан Франко Гадзанига. Вот этого я, товарища, плюс-минус знаю но ему тоже 29 уже. И карлос Сабат, 28-летний вратарь, но оценка не особо. Так, центральные защитники. Бейли Райт, 31 год, мимо. Педро Алькало, 34 года, мимо. Дани Перес, 30 лет, мимо. Вот Интересно, спортивного директора мы сменили, а пластинка спортивного директора не меняется. Нам все так же предлагают сборную пенсионеров. ФМ всего, причем ФМ. Правые защитники. Матиас Суарес, 27 лет. Ну, слава богу. уругвайец играет в клермоне. Давайте мы его посмотрим. Денис Фаворов из Зари, это мимо, 32 года. Пак Йонг, 29 лет, тоже мимо. Так, левые защитники. Э -э Микель Болинсяга. Mm -hmm. э -э да, мам, купи мне кофточку Болинсяги. Ну, у нас же есть Болинсяга дома. Вот, пожалуйста, Болинсяга дома, 35 лет. Э -э так. Морган Фокс, 29 лет мимо. И Эрик Питерс, 35 лет, тоже мимо. Опорники. Томас Мангань... Тома Мангани, 36 лет мимо. Энеко Ундабарена, 30 лет мимо. И Владислав Левин, почему-то это чех. Но ладно, 28 лет из команды Градец Кралова, ну, можно, я думаю, посмотреть. Второй дивизион Чехии, ё-моё. Откуда вы все тут беретесь-то вообще? Ладно. Центральные полузащитники. Ньиго Руиз Дела Деголарета. 30 лет. До свидания. Хосе Антонио Гонсалес, 27 лет, испанец из Эликанте. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. И Джоэль Оби, 32 года мимо. Правые атакующие полузащитники. Арон, испанец, оценка не очень. Так, Нико Идальго, 31 год мимо. И Моита, 30 лет, тоже мимо. Одни испанцы, в общем. Что-то нас прям на испанский рынок потянуло как-то. Левые атакующие игроки. Руди Пожек Ванкаш. Этого я помню. Он у нас в Кривбасе оказался уже. До этого он был, по-моему, где-то еще. В каком-то из украинских клубов я его точно видел. 29 лет мимо. Артем Полярус, 31 год мимо. Марко Капилете, 28 лет. Можно было бы, если бы не левая нога рабочая. Так. И нападающие. Эммануэль Гильйоти, Гильоти. неважно, 36 лет мимо. Гильермо, 30 лет мимо. Кристиан Эррера, 32 года мимо. В общем, ничего хорошего мы тут опять не нашли. Прям совсем хорошего. Так, давайте смотреть, что у нас тут еще. А, что у нас тут еще? 20... кого мы можем подхватить на просмотры. Так, Марсела Сараеву брать не будем. Это тоже все мимо. Так, ну вот есть у нас...

На просмотр. Может быть, кто-то до нас доедет. Вот. Ну, почему фейспак не посмотрел? Фейспак я ставил. Но это скопированный фейспак из 21-й FM, когда для 22-й еще отдельные не напилили. А потом мне было просто лень. Ну и как бы плюс ко всему они весят еще до хрена и дальше. Один стигр подряд без поражений. Неплохо. Да, так вот, они весят до хрена и дальше. Когда я ставил себе FM22, у меня не особо много места на компе было, поэтому... Поэтому как-то так. Вот, вот это мы с вами отправим скаута посмотреть. Так, парней. Здесь у нас, а, именно кубок. Так что смысла нет. Ну и, в принципе, все на этом, да. Какого бы ты там себе бразильского мальчика заказал? вот не ходишь на стримы и превращаешься в черт знает, что бразильских мальчиков ему подавай. «Э, многие футболисты без лиц не Да, смысл на самом деле от этого. Ну, типа, да, прикольная фича и все такое прочее, типа, у всех есть лица, но при этом сезонов через 3-4-5 у тебя уже пол команды Регины. И только что этот фейспак скачивал и ставил, ну, как бы не особо много. Тут кому как привычнее. Кто-то запаривается, кто-то нет. Под 23 -ю я, скорее всего, буду качать отдельный фейспак, потому что ну, с 21 -й там слишком много чего поменяется уже. Вот, а собственно... Сейчас смысла я в этом не сильно вижу. Так. Ну, кажется, мы на просмотры набрали кучу всякого говна. Ну, вот разве что вот этот мигди еще более-менее, может быть. Так, и больше... Так, ну вот еще вот этот товарищ может быть. Хотя нет, не с его уровнем текущим. Да. Ну ладно. Так, вот вам и жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Предсказуемым мы в четвертой корзине для жеребьевки. Давайте смотреть составы корзин. А то я, я так чувствую, нам будет задница. Итак, первая корзина. Арсенал, Леон, Вильяреал, Загребская Динамо, Лацио опять, Копенгаген, Киевская Динамо и Базель. Во второй корзине Рейнджерс, Лестер, Брага, Марсель. Клуш, Фейнорд, ПСВ и Реал Сьедад. Третья корзина Ньюкасл, Мальмю, Апуэль, Фихервар, Хоффенхайм, Бронбю, Фиорентина и Партизан. И в четвертой корзине Кёльн, Карабах, Штурм, Мариуполь, Шарлеруа, Цюрих, и Сент-Польтен и Сан-Гален. Так, ну, в принципе, на самом деле, есть аж три выбора из первой корзины, которые в целом будут ок. Это Загребская Динамо, Копенгаген и Базель. Из второй корзины я бы на самом деле предпочел только вариант с, с румынами из Клужа, потому что все остальные довольно сильные ребята, особенно Лестер. Вот. А в третьей корзине наоборот. Главное не вляпаться на Ньюкасл с Фиорентиной. Все остальные команды... Ну, может быть, еще и Хоффенхайм. Все остальные команды проходимы, я думаю. Так, ну поехали. По корзинам. Первая корзина пошла. Лацио, Базель, Вильяреал, Леон, Копенгаген. Так, так. Угу маловато стримеров осталось по FM. Но, в принципе, большая часть уже откатала свои основные карьеры. Мало народу смотрит все это дело. Я это прекрасно могу понять. Но, с другой стороны, лично мне, как для развития, вполне неплохо, потому что я все стримы потом в дальнейшем экспортирую на YouTube, и у меня начал прирастать потихонечку YouTube. По просмотрам, по подписчикам. В целом, неплохо. Уже 100 часов набралось просмотров и так далее. Стрим в параллель. В параллель ты имеешь в виду, чего. Так, ну, собственно, мы точно не попадем в группу G, потому что там киевская Динамо. Дальше смотрим. Так. Лацо Рейнджерс. Вот это у нас как бы um... не самая вкусная группа будет. Ну да ладно. Базль с Финордом, терпимо. Вильяреал с Клужем терпимо. Леон с Лестером, боже упаси. Копенгаген Реал Соседат жопно, но терпимо. Динамо Загреб, Марсель тоже жопно, но терпимо. Брага уходит к киевскому Динамо. Арсенал ПСВ. Вот это вообще жесть. Так, <клёх> третья корзина пошла. Лацо, Рейнджерс, Ньюкасл. Мама моя дорогая, вот туда я точно не хочу. Так, Базльфи Норд Партизан. Вот это перспективная группа на самом деле. Вильяриал, Калуш, Бронбю тоже вполне. Э -э, Леон, Лестер, Фихервар. Ну здесь разве что на... Э -э, на этот самый. На Лигу Конференции рассчитывать. Э -э, Копенгаген, Соседат, Хоффенхайм. Ну, не особо. нам это все дело нужно. <к posterior> Группа F, Загреб, Марсель Фиорентина. тоже, боже, упаси. Сюда мы не попадаем. А в группу H, Арсенал ПСВ, Мальме, ну здесь будет вполне себе а, логично побороться за лип-конференции. То есть это пока еще терпимый вариант. Ну что ж, давайте смотреть, куда нас засунут. Бля! -ять. Просто с легкой руки Лацио, с которым мы играли в прошлом году в Лиге Конференций. Рейнджерс, <космех> которые, ну, не самые проходимый Ньюкасл, который эту лигу конференций в прошлом году выиграл. Ой, еб... Ти же пасати же. Да мне отсюда в лигу Конференции выйти будет уже достижение. Ой, бля. Ой, мама моя дорогая. Просто с легкой руки, первым же нажатием. Жеребьевка. Мариуполь. Пау. Ладно. Я все это хаваю, у меня нет выбора, как пел товарищ Федоров. Блядство-то какое. А. Правление на четверку нас оценивает. Вы охренели, что ли? Мы в групповой этап Лиги Европы попали. Вы этого не ждали вообще ни разу. Ну, ладно, посмотрим, что из этого получится. Не аж прям. Да. Это с учетом того, что еще прошлую Лигу Европы взял Мадридский Реал. Это просто... Мариуполь попал в сложную группу. Да вы что, серьезно? Переносы матчей, скаутская информация. Эй, -э -э так, Луиджи Самели. Понятно. Этого посмотрели, этого тоже. Бондарь пока еще в списке остается. Обзор тренировочной недели. Савин тренируется лучше всех. Замечательно. Некрас 92. Спасибо большое. Заходи, забегай. Либо, если времени особого не будет, прибегай потом на YouTube. Ссылка в описании внизу находится. Вот. Так, рестрим я знаю, но там, по-моему, нет функции параллельного стриминга на, на обе платформы. Это раз. Второе, про параллельный стриминг я, в принципе, знаю. Он был у меня в стримлапсе. Но... <с original> Там параллельный стриминг на две платформы включается только с премиума, а премиум в стримлапсе я платить не могу, потому что, сука, они не принимают российские карты. О, так что выживаем как можем. Так, в рестриме есть... Э... Окей, посмотрим, попробуем. Но тут как бы... Да не гони насчет спокойно оплачивается. Может, в рестриме оплачивается, в стримлапсе точно нет. Это я тебе говорю как человек, который пользовался стримлапсом и который пол карьеры Нюрнбергской до событий 24 февраля э, оплачивал премиум там. Сейчас они русские карточки не принимают. У меня просто слетела подписка и все. За здрасте. Рестрим попробую, но тут главное, чтобы железо потянуло, потому что э, я как-то пробовал запараллелить стримы на две площадки, и у меня что-то прям очень сильно все лагало. М -м, капитально, потому что, видимо, раздача двух потоков э, м -м, в одно и то же время не сильно... Не сильно, как бы вот это вот все э, приятно для футбольного менеджера в первую очередь. Э, ты оплачивал рестрим или стримлапс все-таки? Потому что я про Стримлапс говорю. И он э, с, без VPN -а доступен в России. То есть бесплатные функции он предоставляет все так же. А премиум, в том числе с. Э, Этим самым э, Со стримингом на две площадки он уже не тащит. Стримлапс оплачуваю. Площ... Ух ты! А вот это хорошая новость, на самом деле. Я сейчас у меня э, вернется мое финансовое состояние в норму. И я, пожалуй, на стримлапс вернусь, потому что он как-то был немножечко поудобнее и породнее. Я с ним как-то свыкся немножко все-таки по большей части УБС конечно тоже удобен и все прочее но но, но. есть одно большое но Я про... что время от времени у него начинаются забавные замуты например последние два стрима Прошлой неделе прошли без звука. Я ковырялся, не мог понять, в чем проблема. Оказалось, что проблема была в том, что в стримлапсе в ОБС съехали источники звука. И как бы я этого вообще даже ни хрена не заметил. То есть у меня все идет, все нормально. Потом, потом это все выливается на YouTube, и у меня просто комменты вперед и с песнями, типа, а звука нет, звука нет, звука нет. Я в, я в понедельник посмотрел еще раз полностью все настройки на всякий пожарный, потому что ну мало ли. И обнаружил то, что оказывается, слетели звуковые устройства в ОБС. При том, что я в них никаких изменений не вносил. Как-то так. Как-то так. Рестрим без VPN сейчас недоступен. Ну, заглушка это понятно. Этот механизм я знаю, как обходить, потому что я все свои графические материалы делаю на конве, Конва.com но у них тоже без VPN открывается только заглушка, что типа, ребята, из России недоступно. Включаю VPN, и моя учетная запись полностью в порядке. То есть, несмотря на то, что у меня в учетке указано, что она как бы российская, я открываю ее и просто вот за здрастем. стримлапс с ценами. Ну, да, покусывает немножечко, но... Но в целом, до всех вот этих вот событий мне было, на самом деле, вообще я практически не замечал этих платежей. Ну, типа, списывается там косарь с лишним э, с карточки раз в месяц. Ну, блин... ну И, и, и чего, как бы я за многие другие вещи гораздо менее важные и полезные платил гораздо больше так что уж уж выкинуть там условных полтора косаря в месяц за подписку стримлапса это это абсолютно нормально. Ну, в моем тогдашнем положении было. Сейчас-то пока у меня с деньгами напряженочка. Так, ох ты ж ничего себе, Карпаты пять с половиной тысяч евро за жука предлагают. Да вы что, издеваетесь что ли? Ну, типа... От... Откуда вы деньги берете туда-сюда? его трансфер выдергивать. Ну, теперь нам по долю придется отказывать, потому что они меньше дают Ой, радость счастья. счастье. Так, Конде в гвинейскую команду не попадет. Да, окей, без проблем. Будет свободное время и возможность. Забегу, посмотрю. И тебе тоже удачи. Спасибо огромное, что зашел. И за фав тоже, естественно, большое-прибольшое человеческое спасибо. Так. Э -э ну, собственно, да, пресс-конференция по итогам Жеребьевки Лиги Европы. Так что, да, надо, надо это все дело пройти. Так. Жеребьевка уже дала вашей команде множество тем для обсуждения, лол. А сейчас Еремчук забьет, и можно вообще вырубать его в дурку. А, то есть Еремчук еще там остался, да? Так, ну сказать, что Жеребьевка нас устраивает я не могу, но... Да, несколько сильнее, чем хотелось бы. Хороший вызов. Вот это хороший ответ будет. Ну и поехали дальше. Хороший вызов у нас будет прямо сейчас, потому что... Этот самый... Киевская Динамо у нас на носу. Должен был куда-то... Да нет, не то, чтобы он должен был куда-то уходить, просто как бы... Мало ли бенфика же клуб известный тем что да и в принципе топовые португальские клубы э, известны тем что быстро и с, скажем так с с прибылью серьезной для себя перепродают игроков так что в прошлом сезоне еремчук вполне мог где нибудь засветиться и привлечь чье-нибудь внимание. С учетом того, что на ближайшие три года УЕФА разрешила не учитывать всякие рабочие визы и прочее для игроков с украинским гражданством, ну, как бы... Вполне себе мог кого-нибудь или что-нибудь там усилить где-нибудь в Европе. Ну попробуй, но тебя за это бот ай-яй-яюшки, ай-яй-яй сделает. Так, Савин начал постоянно намекать о желании играть в большом клубе, он рассматривает вариант ухода. Да ты охренел, что ли, скотина? Мы тебя воспитали, а ты тут это? Мишнев, ну-ка поговори -ка с ним. Все, Савин счастлив остаться. Мне кажется, Дмитро дал ему по чайнику, а не поговорил. Потому что Дмитро, то есть фактически с детства в Мариуполе, но и никуда не уходит. А этот только начал играть нормально на высоком уровне. Уже сразу такой хочу в большой клуб. Подожди, сейчас Мариуполь большим клубом станет. Кто знает, вдруг мы сейчас натянем Рейнджер Салацу и выйдем в Евровесну, Лиги Европы именно. Три нападающих вас... Орирую. <с> эпичненько. Прямо скажем, эпичненько. Так. М да. Обновление скаутской информации у нас тут. Так, Флориан Вирц. Ну да, нам, нам бы он пригодился, но он даже в аренду к нам не пойдет. Uh, так, да, господи уже. Так, Металлист делает очередное предложение по Чубутенко. Uh, ну, полтора миллиона. Вы готовы будете за него выложить? Я просто уже даже не знаю. Да, полтора миллиона они готовы выложить. До скольки вырастет трансферная стоимость Чубутенка? К концу этого трансферного окна я прям даже не знаю. Лучше Атак от отдыхает. Ну, да. С тремя людьми в офсайде это, конечно, весело. Так, ну что ж, первая проверка действительно серьезным соперником. <клес> да, первая проверка действительно серьезным соперником. Киевская Динамо, которая уже, правда, один раз в течение этого сезона очки потеряла. Вот нам бы сейчас эти очки не потерять. Но помним, помним, что в прошлом сезоне мы киевлянам так очень серьезно отсусали 6-1 в концовке. Поэтому надо быть максимально осторожными и во все оружие. Тем более, что у киевского Динамо уже появился Пьетро Пелегри. Нормально это просто за здрастем. Так. По оценкам у всех все замечательно, поэтому я предлагаю сразу к матчу переходить. Не делать самому себе мозга. О, тренер уже готов жениться на нем. Стартовый состав на матч против Киевского «Динамо». В воротах 16-й Тимур Пузанков, справа налево в защите 99-й Кирилл Миличенко, 17-й Данила Удот, 4-й Сергей Чубутенко, 5 Алексей Быков. В опорной зоне 91-й Микита Петерман, в центре поля 9-й капитан команды Дмитро Мишнев и 7-й Максим Смиян. Внезапно Вирчу отдохнуть решил походу, да? Атакующая тройка, справа 10-й Владислав Кулач, слева Кулач, пардон. Слева 18-й Артур Микитышин, На острие 34-й Даниил Савин. Да. Пелегри у Кивля на месте. Витинью еще здесь. Так что нам, как бы, придется нелегко, как минимум. Но я надеюсь, что хотя бы Савин не перестанет забивать. И, как минимум, один-то положит. Ворота Бущана. Так. Но для этого, в принципе, до этих ворот надо дойти. С другой стороны, играем дома. В прошлый раз дома мы, нам нервы очень сильно попортили. Так что есть не нулевая вероятность того, что мы вполне сможем и сейчас устроить нервяк у их ворот. Так, ну пока что за 20 минут не произошло ровным счетом ничего. Но какое-то небольшое преимущество есть у нас все-таки. Надо бы его реализовать, конечно, это преимущество. А то что-то как-то... Что-то как-то. Да, Шахтер пытается потерять очки в матче с Ворсклой. Вот это вот забавно. Петерман, хороший вынос на Савина. И кажется, Попов получает сейчас вторую желтую, да? Да, киевляне остаются в меньшинстве. Да, господи. И, собственно, на перерыв мы уходим со счетом 0-0. Но теперь надо быть вдвое осторожными. Потому что ФМ у нас любит команды, в которых меньше людей на поле, если они управляются и, конечно же. Так, с второй тайм начинаем. Надо, надо, надо. Так, нет, все-таки Шахтер э, решил не терять очки в матч с Ворсклой. Поэтому и нам тут тоже нельзя. Так, ну пока что атака киевского Динамо, я так понимаю, да? Шепелев. Шапаренко, Витинью, Пелегри. Мишнев до мяча не дотягивается. Шпаренко выводит Пелегри один на один. И... Ну, это максимально дурацкий гол. Но скрипты FM, Привет. Потому что как... какие атаки в десятером, ребят, ну какие? Да, такое себе. Но час у нас есть на то, чтобы, точнее, полчаса у нас есть на то, чтобы как минимум счет сравнять. Как максимум вперед выйти. Вот Микитышин с мячом. На Савина заброс. Но не подведи. Пульнул, конечно, как... Просто прямо от души. Вирчу направо в оборону выходит. Интересный мув, конечно. Расти в центр полузащиты. Конде в центр защиты. 15 минут у нас остается до конца матча. Так угловой. Мишнев подача. Расти. Хорош. Вышел на замену и вернул в игру. 1-1. При том, что, по сути дела, замыкать-то должен был не он. На этой штанге вообще Конде должен быть. Но он отвлек на себя аж двух защитников. И не особо высокие Расти замкнул как следует. Так, ну что, давайте додавим уже киевское Динамо. Нам буквально чуть-чуть осталось. Ну и времени у нас на это чуть-чуть осталось. Жаль, что ничего не получилось. 1-1. Ничья с киевлянами. Заслуживали мы по ходу этой встречи гораздо большего. Гораздо большего. Да. Ладно, ничего страшного бывает. Так, теперь, собственно, к вопросу. Если команда вылетает из лиги, но выигрывает Еврокубок. Ну, как бы она переходит в следующий Еврокубок, но играет э, лигой ниже. Все просто. Правила Еврокубков существуют отдельно от правил чемпионатов. Вот. Ну и, соответственно, у лиги, в которой выступала эта команда, появляется дополнительное место в Еврокубке этого сезона. То есть, условно говоря, если команда выигрывает Лигу Европы, но при этом вылетает из своего чемпионата первого дивизиона, то э -э, в Лигу чемпионов они проходят благодаря победе в Лиге Европы. Ну, и, соответственно, там все остальные места распределяются уже по логике вещей. Такого, естественно, никогда не было, мне кажется. Потому что, ну, такого быть не может вообще. Совсем не может. Так. Ну ладно, впервые теряем очки в этом сезоне. 13 у нас баллов. Шахтер вылетает вперед. Благодаря. Еле-еле вымученной победе над Ворсклой, так что в целом все довольно-таки неплохо. Как раз таки пятый тур прошел, можно потихонечку подводить итоги и э -э чуть по чуть более обозначить явно. Наши цели на сезон в чемпионате. Осталось только пресс-конференцию пройти. Так. Работа арбитра вызовет ряд вопросов к себе. Ну, какие вопросы? Киевлян игрока удалили, дали нам преимущество. Мы сами этим не воспользовались. Что там арбитр должен был еще и пенальти в киевские ворота поставить? Ну... Было бы, конечно, приятно, но перебор. Так, ну и что у нас тут? А у нас тут получается следующая картина. У Мариуполя второе место в чемпионате. Отрыв от Шахтера, ну, точнее Шахтер от нас оторвался на 2 очка. Снизу к нам стучатся только потенциальные участники Еврокубков. «Десна», «Киевская», «Динамо» и «Ворскла» в трех очках от нас находятся. Все остальные... Насчет всех остальных можно не переживать. И мы уже на текущий момент отрываемся от значительной части коллективов вплоть до 12-го места. Это мы металлиз металлист 1925, кайфбас по лесь ерух. Потому что им до нас уже 10 очков, а прошло только 5 матчей. Да. Лучший бомбардир пока что Даниил Савин. 7 мячей. Жаль, что в этом матче он без гола ушел. Также у него второе место по средней оценке в чемпионате. Пузанков вторую строчку с Трубиным делит по сухим матчам. Так что Мариуполь потихонечку растет, растет и растет. А нам надо закрывать трансферное окно уже. А то оттуда сейчас поддувать начнет. Как бы это смешно не звучало, но да. Трансферное окно надо Сейчас закрыть. Заодно посмотрим, кого-нибудь там, может быть, нам присоветуют, может быть, даже кого-то бесплатного молодого, хорошего из всяких Бразилии и всего прочего. Ну, например, Купера с Керри мы также подтянули, правда он м -м, пока что больше по арендам разъезжает, но, ну, может быть, в нормального вратаря вырастет. Как бы все бывает в этой жизни. Так, -с. Здесь у нас на два матча сразу вот это вот все расставляем. Так, ожидается спокойный день трансферов. Так, Киевская «Динамо» еще и из «Рейнджерс» собирается Фэшена Сокалу подписать, который бывший воспитанник Спартака. Э -э -э так, в основном трансферы еще предполагаются на выход. Сирота в Ниццу должен уехать, Конопля в тоже в Ниццу. Так, а Мариуполь связывают, по слухам, с Ермоленко, который еще и в Бетисе. А, у нас а, Минай хочет Пелецкого забрать, судя по слухам. Нормально, нормально. Так, а что у нас по Еремин, Ермоленко, кстати? Ну вот, 33 года, выставлен на транс, 160 тысяч. <связывая> Слушайте, я, конечно, не фанат дедов, но это прям игрок-игрок. Мне кажется, одна из современных легенд украинского футбола. Ну, по крайней мере, один из самых известных игроков, которые... Есть, да, стоимость халявная, но обрати, пожалуйста, внимание на его зарплату. Я сейчас хотел предложить спросить, стоит ли его брать в команду, но сейчас я вижу, что даже если мы попытаемся, то Ермола нас нахер пошлет, потому что мы ему 43 тысячи евро в неделю платить не сможем. Он, блин, за месяц может свой контракт выкупить у клуба, в котором играет. Капец. Так что нет, Ермоленко нам не по карману. И не то, чтобы он был слишком дорогой относительно стоимости трансферной, нет. Здесь, скорее всего... Здесь, скорее, зарплатный фонд у нас треснет. Я напоминаю, что у нас общий зарплатный фонд 30 тысяч евро, который мы и так постоянно превышаем. А тут на одного ермолу 43 тратить придется. Это как-то многовато, если честно. Так. Да, да, да рекорд без поражений 12 игр подряд продолжаем обновлять так металлист хочется в аренду быкова взять с обязательной будущей выплатой ну слушайте да судя по всему чуботенко решает отказать поэтому так, нет, никаких частичных выплат, кстати говоря. Э -э, платите мне 700 тысяч по окончании сезона и забирайте. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, 700 тысяч. 475. Они готовы. Ему уже зарплату всю платить. Все платить они готовы. Так, 700 тысяч. Я даже соглашусь с тем, чтобы вы не платили ему зарплату. Мне тогда же будет проще финансы рассчитывать. И вообще мне ничего не платили. Но если вы заберете его за 7... Сем... Ага, не заберут. Ну не хотите, как хотите. Мне это как бы по барабану. Ботенко то вам тоже откажет, скорее всего так да жука у нас еще да господи сколько он может стоить то мы это какая то трансферная эпопея с жуком подолье давайте короче там у нас э, какое по нему последнее предложение было пять с половиной да пять с половиной у нас принятое, поэтому давайте попытаемся вытряхнуть из вот этих товарищей еще чуть-чуть побольше. Не пять с половиной, а пять семьсот пятьдесят. Вот так. Они согласны. Принимаем. А из вас я попытаюсь... А, это мы уже приняли, да. А из вас я шесть... Ты... А, а вы мне как бы необсуждаемое прислали. А идите вы в жопу с необсуждаемыми предложениями. И мы делаем вот так. Карпаты вновь мимо. Интересно, до, до какой стоимости жук дорастет? Это я даже не знаю. Давай. По кусечке. Так, есть место состава команды. Ну. Если сможем качественно пополнить состав. Потому что по-другому я покупать футболистов в нашу команду не намерен. Некачественные игроки идут лесом. Пекс. Давайте дальше. Ну вот, агенты начинают нам подсовывать, но откровенно подсовывать всякое... Дерьмище. Так, быков может перейти в металлист, но придется заплатить ту цену, которая нас устроит. Ну, типа, по-другому это не работает. Ну и жук уходит наконец в Подолье за 5.75. Ржу. Очень ржу. Это прям эпопея. Сначала за него четыре с половиной тысячи платить никто не хотел, а теперь хоба почти шестеру отдали. Так, предложение от агентов я все смотрел. Чоботенко отверг металлиста 5. Как же я ору. Это прям песня. Так, трансферный бюджет у нас пополнился. Зарплатный у нас 29 тысяч 45 евро так ну вот давайте так сделаем 173 тысячи на баланс положим и пойдем дальше ну, пока что трансферный рынок не балует тут куча всякого непонятного так ну вот есть и не Игнасио Чочо, но он денег стоит, поэтому его надо изучать. Э -э, Льва Рулеева тоже надо изучать. Так, а может быть кого-то выставили в аренду из запорников нормальных? Дайте-ка глянем, а то... А то как-то даже... Блин. Нас же не хватает этого всего мероприятия. Так, пойдемте. Может быть, у нас что-нибудь появится. Так, аренда в списке. Заинтересован в аренде. Позиция опорника. Давайте посмотрим. Может быть, все-таки что-нибудь интересное. Ну, есть Роман Дедык мы можем его попытаться взять в аренду 20-летний полузащитник руха кстати мы кстати мы его вообще купить можем так-то э, ну да ладно так не потребует компенсации да может играть против собственной команды не забыть так, предлагаем, забираем. И еще там был один товарищ на всякий пожарный. Ильдар Кулиев. 21 год. Ну, ему уже 21. Развиваться он вряд ли будет. Так, еще тут на выставлено народу, но я практически никого из них особо-то и не знаю. М -м -м да. Ладно. Видимо, придется смириться. Так, подписать Андрея Ермоленко. Да вы что, издеваетесь? Ну, я, конечно, начну его <coughs> подергивать в нашу сторону. Но не с той зарплатой, которую он может потребовать. Это... Это нонсенс. Это абсолютный нонсенс. Так. Э -э, да. Тут все принято. Ермоленко. А может, у агента спросим, а? Ну, типа... А у него нет агента? Его можно уже как, профи... как этого персонал подписывать. Ну, блин, так. Жалко, что нет агента на самом деле, потому что можно было бы тогда спросить, какой он реально зарплату хочет. И тогда от этого отталкиваться. Потому что, ну, 43 тысячи, ребят, ну это... Застрелиться и не жить просто. Так, эксос Луфуа Кенди. Опорник. Кстати, бесплатный. 18 лет. Слушайте, давайте возьмем, а я, конечно, буду как сорока, которая плохо лежит постоянно. Так. Но при этом при всем. А, он бесконтрактный, значит, его можно пригласить просто спокойно. Вот так. Забрать. О, очень перспективный игрок. Это нам на руку. Это нам очень даже на руку. Так, никаких ежегодных повышений зарплаты, дружище. Ты как-то, по-моему, не у того клуба это собираешься требовать. Мы не мадридский реал. Так, по остальным все ровно так же, как и было да запросы от журналистов так ну лишний опорник молодой нам явно не помешает так деды к нам перейдет посмотрим на него М -м -м. Посмотрим, что он из себя представляет. Да, ну, в принципе, в принципе. Ну, слушайте, приличный, на самом деле, опорник, и даже в центре защиты может поиграть. Так-то в целом более-менее. Более-менее нам да. Мишнев возьмет его под свое крыло так. Ну и нормально. Это, конечно, не закрытие проблемы по опорнику, но, извините, как есть. Так, Айман Аурир. Так, посмотреть, что это за тело нам надо. Так, тут больше никого. Да, больше никого. А Металлист у нас теперь Стасюка еще хочет купить. Он тоже не сильно проявляет желание. У нас металлист, походу, собирается купить всех просто, как, до кого дотянется. Я, конечно, понимаю, что у них денег жопы и жуй гораздо больше, чем у нас, но это не повод скупать у нас всю защиту пытаться. Алло, Чебутенко, Быков, теперь Стасюк. Ну, блин, я, конечно, Выставлю им ценник 250 тысяч. Ну, правда, кого я куплю за 250 тысяч левого защитника. Э -э ладно. Ага, 250 они уже не готовы платить. Нормально. То есть полтора миллиона за Чуботенко это зашибись. А платить за реально нормального игрока не мы не будем. Не, я не хотел ни в коем случае Чубутенко оскорбить, но, блин, если вы нашли полтора миллиона на человека, который стоит 1,2, то уж найти 250 тысяч на человека, который стоит 250 тысяч, э -э ну, как бы странно все это очень. Еще немного предложений от агентов говна в конфетной обертке так да и остальные пока остаются нам да. так ну и илфакиия к нам переходит спокойно все замечательно так да Нам тут еще каких-то денег подкинули. Так, э -э, Металлист необсуждаемое предложение по Стасюку вкидывает, но 180 тысяч, да еще и частями. Ребят, нет, ни в коем разе. Э -э, это так не работает. Так, э -э, кстати, да, у нас же пришел товарищ, а мы ему тренировки не назначили. Да. Опорник. Секунду Валанты. Ну, что-то как-то болельщики не сильно порадовались ему. Зато вот Луфуа Кенди они готовы принять. Нормально. Ну, что сказать, в принципе... А, он же он еще и не в основном составе. Так, в основу его, естественно, переводим и тренировки его берем. Да, берем под контроль индивидуальную подготовку. Отправляем его на языковые курсы, на все доступные. И пусть Мишнев с ним позанимается. В принципе, потенциал у парня есть. Мы его подписываем за бесплатно. А так он стоит, ну ну хотя может и нет у него этого потенциала хрен его разбери но в любом случае он в принципе может время от времени на подмену выходить а там уже разберемся что он из себя будет представлять так день закрытия трансферного окна 3 часа до закрытия. Нам уже вряд ли кого-то нормального предложат. Да, отмотаем наверх. Ну, всякое, всякая Даже с оценкой Е нам кого-то предлагают. Ну, камон, ребят. Я даже цешек-то не подписываю и бэшек просматриваю. вы хотите, чтобы я игрока с оценкой Е забирал? Ну, вы серьезно, что ли? Так, предложение от агентов, да. Угу. А, трансферные новости. И поехали. А, Киевская Динамо еще и Алекса Крала купила. Ну, замечательно вообще просто. Максимально, десяточка просто. Кошмар. Так, погнали. Результаты трансферного окна. Ну, в общем, больше всех потратили Киевская Динамо, больше всех купили Ингулец, 14 игроков набрал, а Киевская Динамо 17 человек продал. Лучшая сделка трансферного окна за барный, уехавший в Барселону за 36 мультов. Главная сделка последнего дня, приехавший в Киевское Динамо Алекс Крал за почти 17 вот как то так это все выглядит так зарегистрировать состав нам надо кого то еще у нас не хватает пузанкова можно не регать савина нет савина надо зарегать да нам нужен... нам нужно еще хотя бы одного игрока с длитель... ну воспитанника клуба зарегистрировать я так понимаю. Так, вот этого товарища нам точно надо регать у Акендию. Так, деды, тоже надо зарегать? Карташов, воспитанник клуба. Да, вот, Карташова еще в регистрационный список внесем, для того, чтобы вообще все было идеально. И в целом, да, утверждаем выбор и полетели. Так. Трансферное окно открыто, все прочее. Да. В общем, вот такие вот у нас дела. Как выразились бы в Англии, hit the ground running. Что у нас в перспективе? В перспективе у нас, во-первых, матч против Зари потом Кривбас, и потом сразу просто в Лиге Европы мы начнем с Ньюкасла вообще. Так, ну и давайте смотреть, будут ли у нас хоть какие-то перерывы. Начиная с 14 сентября вплоть до... Вплоть до, получается, 30 мы играем через два дня на третий. Потом у нас будет отдых неделя, в которой мы сыграем с после которого мы сыграем с Рейнджерс. Дальше с 5 октября вплоть до 12 ноября полтора месяца. Опять через два дня на третий перерыв на матчи сборных и с 25 ноября ударное завершение сезона. 5 матчей, точнее первая половина сезона, 5 матчей нам нужно будет провести. Вот такие у нас пироги. В целом, я так понимаю, что вот эта часть до Рейнджерс у нас, скорее всего, влезет в следующий стрим, который у нас состоится завтра в 21.30 по московскому времени не пропустите. Собственно, для этого можно всегда кнопочку фава под этим видео нажать, на телегу подписаться. Там я чуть больше информации вкидываю, например, о тех стримах, которые не состоятся. Если вы не успеваете Записи хранятся на Твиче две недели. И плюс ко всему я все стримы экспортирую на YouTube. Также ссылка внизу в описании есть. Не поленитесь подписаться, поставить лайков, написать комментов, что вы думаете обо всем этом безобразии. Да. Собственно, до конца первой половины сезона у нас остается. Ну, так, на раз. Э Два, наверное, ну как-то так, три, четыре стрима. То есть, соответственно, первую половину сезона мы закончим в следующую среду. <coughs> ну а на сегодня у нас все. Всем огромное спасибо, кто приходил. Отдельная благодарность э тем, кто писал в чате. Э также... Благодарю возможных мимо крокодилов. Это в любом случае помогает развитию канала. С вами был Ларс. Всем удачи, доброй ночи и до встречи на следующем стриме. Берегите себя.